Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. 22-я миссия, именно на ней мы остановились. Карамба. Эти людишки похожи на тараканов. Избавиться от всех разом никак не получается. Останки врагов сбежали на Фрикост, облюбованное пиратами. Пора забрать свободу у этого побережья. Да, звучит круто. Пиратский корабль, единственный дом пирата. Это его корабль. На берег они спускаются по двум причинам: выпить рома в таверне или ограбить кого-нибудь. Мобилизация. В начале каждой вражеской атаки посылает в бой дополнительных пиратов, ныряльщиков и коков. Поджечь порох. Уменьшает количество атакующих на 25% и дает 200 золота. О как. Значит, ой-ё. Так, ну, наверное, сделаем так. Покамись. Поджечь порох. Блин. Блин-блински называется, да? Ладно, первая у нас, как всегда, ребята, пробная. Может быть, даже не первая, там и фиг знает, сколько мы с тобой сейчас будем тут пыхтеть. Давай смотреть. Так. Ужасный и жестокий пират последнего моря сражается и пьет ром до последней минуты своей жизни, которая, кстати, коротка именно из-за сражений и рома. Так, здоровье 75, средняя скорость. Выпустить попугагина. После смерти пирата попугай летит за камнем самостоятельно. Пей, дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Да иди ты, козе, в трещину. Так, можно вопрос, а почему такие живучие? Да ну, ты серьезно? Чё там, блин, мне не нравится вот этот весь расклад уже наш. Не, ребята, это как это бредятина получается. Прям на начальном этапе уже бред. Я даже не знаю, как тут. Ну, если я даже поставлю... Допустим, так сделаем, да? Здесь... Там дольше дорожка идет. Она... Заковыристая дорожка-то у них. Ну, давай так попробуем. Да они какие-то крепкие, ребят. Ну посмотрите. Да ну, блин, ну пипец, блин, попугай плешивый. Да. Интересно, если их наказать двоих сразу же. Ха-ха, наказал, блин. Ну, конечно же, он пойдет за... Нет, друзья, это какой-то бред. Это бред какой-то, ты понимаешь? Огонь, огонь, огонь. Черт знает, как тут... Пираты это, вот если бы от них избавиться, как каким-то образом бы.
Каким образом ты избавишься от пиратов? Нафиг я посыл... Ну, давай так попробуем. Блин, имба вот насчет этого попугая, ребят. Ну, это, конечно, трэш. Так, ну, вроде бы... А, первую атаку отразили. Так, еще волна пиратов, но... Еще волна пиратов. Фигня здесь. Вот эту фигню я, конечно, сейчас бы замутил бы. Давай мне 45 магии. Манны, дай мне. Попробуем вот так теперь. А попугай, что? Попугай пофиг на бомбу, что ли? Ну, в принципе, да, как бы логично, попугай. Плевать, он хотел на бомбу, блин, на все вообще. Так, дальше ребята у нас пойдут три великана. Ну, блин, пиратов надо как-то этих валить. Пиратский корабль, я имею в виду. От него надо избавляться. Хотя бы, чтобы поменьше были атаки. Поменьше были атаки, блин. Дальше пират. Там еще ныряльщики, ребят, какие-то будут. Давай хоть подкупим чуть-чуть, наверное. Хоть капельку. Так, ребят, еще два пирата. Но пока получается. Пока, ребят, вроде бы все получается. Блин, вот это вот. Ну ладно, вот здесь вот, если что, прикроет уж на худой конец. Так, друзья мои, два барды же с этими. Все, да? Успел я их? Успел, ребят, прикокушать. А вот дальше ныряльщик. Кто такой ныряльщик? Ты увидел, кто такой, ребята, ныряльщик? Это такой шлепа, который в воде плывет. Вообще не в тему. Новейшее достижение техники трубка и маска позволяет ныряльщику скрываться от ваших башен под водой сколь угодно долго. Это раздражает, это очень раздражает. Башни не могут целиться в ныряльщика, когда он плывет под водой. Тем не менее, ныряльщик остается уязвимым для урона по площади. По площади. Блин, психопатка выйдет сейчас, ребят. Да-да-да, это крикунья, блин. Сейчас свистну, блин. Да валите вы ее, ребята, ну. Нам бы испуг бы. Склеп страха есть. Или все-таки здесь поставить склеп страха. Так, подкупил. Сколько там? Я не помню, ребят, сколько там будет их уходить. Ну, должно, по идее, в разы меньше появляться их здесь. В разы меньше. Ныряльщики. Блин, ныряльщики, ребята. Ныряльщики.
Фу. Блин, а это же попугаями опять. Вау. Шикарно. Тогда здесь тоже поставим с тобой башню страха. Блин, у нас с тобой манна не полностью прокачана. А почему башня... Блин, еле-еле бомбит. Ну что это? Ну, хоть так. Хотя бы так, ребят. Че, я выкупаю полностью корабль? Наконец-то, блин. Выкупаю. Ну, ты понял, что я имел в виду. Так, куплю манну. Погнали. А это кто еще такой? Контрабандист. Занимается предельно честным ремеслом. Жаль, власти не ценят его стремление доставить любые виды запрещенных товаров страждущим. Здоровье 700, средняя скорость. Жадный до кристаллов. Может нести до 3 камней сразу. Так, после смерти контрабандист, из его ящика освобождаются 2 попугая и обезьяна. Я рассчитываю, что мне хорошо заплатят. Я здесь ради денег. Вы сейчас, блин, серьезно, 700 хп. Да куда нафиг 700 хп-то, блин? Ну хотя бы он пугливый, ребят, он пугливый. Это меня подкупает, что он... Слушай, я сейчас тупанул по-жесткому, друзья мои. Знаете почему? Он же сейчас 3 кристалла стырит. Там выпадет обезьяна и... Повезло так, как что обезьяна побежала обратно. Блин, еще и с профессорами с этими. Ёк-макарёк. Давай-давай, родные мои, наяриваем. Да, этот профессор чертов. А, он все-таки не успел дойти, да? Подкупаем, друзья мои, здесь на корабле. Плюс дополнительную манну. 10 воров. Да в плане, там должно быть 10 воров. Что происходит? Вот она, баллиста моя. Долгожданная. Сверхновая, сверхмощная. Ну что, тогда вот здесь. Ага, не хватает. Ребята, 6 водолазов пойдет. Ну, ныряльщики, водолазы. Я что-то не понял. А как так получилось? Как так получилось, что... Блин, а тут еще и с бардами. Ладно, у меня есть заклинание, если что, ребят, придется его... Пока никто не дошел, ребят. А где кристалл? А кристалл, если в воду падает, он на месте оказывается? Не знал. Что-то я все на массовое. Ну, а как, ребята? Массовая так, она и есть массовая. Она медленная, ребята, бомбит, но... Я не буду сейчас пока ничего покупать. Как ты долго накапливаешь свой заряд, а? Магическая башня. Ну как ты так долго, блин?
Надо приготовиться. Ты, блин, вот серьезно, блин, ну. Ну, башня, ну. Ну, ведь ты же сейчас кристалл, твою мать, ну. Тут вот бараны чертовы, а. Идиоты, блин. Взял кристалл, стырил, а. Шмара, блин. Пипец, просто взял и стырил кристалл, друзья мои. Только за счет инвиза. Все, ребят. Башня вот эта дебильная, блин, которая ни черта, блин, мне не помогла, блин. Сколько этот корабль еще доить надо, а? Опять с профессорами, опять с профессорами, а? Ботаники эти бесявые. Они бесявые за счет того, что они бросают вот это облако, блин, и... И они в этом облаке ходят себе свободненько, разгуливают. Видишь, теневая башни типа не видят, блин, их. Там, вот, там еще два робота пойдет. Только так пришлось мне делать, друзья. Все свитки, которые нам стояли, естественно, пошли в труху. Ну, неужели, блин, ныряльщиков больше не будет? Ныряльщиков больше не будет, ребят, но... Будут другие... Будут два робота. Под пиратами. Ну, замечательно. Еще роботы еще и у нас вот так умеют. Ведь не заберешь же, гаденыш. Чистое везение, ребята. Не успел забрать, но, блин, все равно у нас один кристалл. Ух ты. Совершенный склеп кафедры ужаса. Использует часть души жертвы, чтобы увеличить время жизни заряда, который отскакивает от другого врага, если он поблизости. Оборудованный лучшими медными проводами и золотыми контактами, склеп молнии перезаряжается очень быстро и мгновенно поражает врагов. Не, давай вот это попробуем. В упор не вижу, чтобы он отскакивал друг от друга, блин. Ну. Что за обман? У них почти получается, ребят. Как так-то, блин? Это с кристаллом идет? Давай, давай, неси кристалли ко мне ближе.
Я всю ману потратил. Ой, варварши и эти пойдут сейчас. Я не вижу, чтобы снаряды отскакивали друг от друга, как они тут говорили. Блин, снаряды будут отскакивать друг от друга. Где? В каком они месте, блин, отскакивают друг от друга? Во сне у них есть только отскакивают друг от друга, блин. Замечательно вообще. Что там происходит? Я ни хрена не вижу, что там происходит, ребята. Ракетницу возьмем. Так, 10 ученых. Ну и что это за ракетница, блин, которая не ракетничает, не шиша, блин. А, они не попадают еще в ее радиус действия. А это что такое? Катапульты. Как и баллиста, катапульты недостаточно, но ее ядро взрывается, разбрасывается вокруг осколков. Так. А кто будет-то там? Блин. А у меня другого выбора нету, не было ребятушки. Сфейлил, да, этот этап. Один всего лишь кристалл, друзья мои, сохранил. Один. Всего лишь один кристалл. Мешает монстрам заклинание ужас. Пещеры затакнут до 3 зарядов и атакуют врагов. В электрическую ловушку. Но это 10% шанс, ребята. 10% шанс. Что здесь у нас? Две твердыни. А вот и основная база пиратов. Уютный залив с двумя маяками. Что нам нравится в маяках, так это то, что на их вершинах горит огонь. План простой. Захватим маяки, сожгем корабли. Маяк. Это изящная высокая башня. Своим ярким светом оказывает морякам путь во тьме. Только вот на ее вершине горит какой-то вялый огонек. Раздуем-ка его посильнее, чтобы зажарить врагов. Радиус 7. Башня может одновременно стрелять по трем разным врагам. Натиск ускоряет врагов. Выбить лампу убирает один ускоряющий луч. Два. Так, добавляет еще один палящий луч. Что? Только не говорите, что пираты будут вот здесь плыть. Ну это будет бред, ребята, если они вот так вот будут сюда, вот сюда заплывать. Ну то как это... Это будет несправедливость. Ускоряющих лучей. Я не знаю, что за ускоряющие лучи, друзья. Надо смотреть. Этап для меня новый. Откуда они пойдут? Без... Ну, я теперь понял, что такое ускоряющий луч, блин. Это ускоряющий луч, он не для меня, ребят. Это ускоряющий луч для них. Ё-моё, тут нифига вы, ребятушки, загнули. Да. И что же?
Ну, допустим. Воры. Воры пойдут. Один? Один вор. Но он и так быстро, еще сейчас здесь под ускорением побежит, что ли? Да, блин, про пиратские корабли. И вот они усложняют тут, конечно, пипец, ребята. Еще и корабли, блин. Попугай долбанный, который летит, блин. Где хочет, блин, как хочет. Так. Щамбал, блин. Чем амбалы тут лезут? Это кто? Пират. Попугай полетел в обратку. Ну, надо тут скупать лучи, получается, ребят. Так, склеп страха. Пират. Плюс эти пираты основные, да? Этот луч надо уничтожать. Это не дело, друзья мои. Это не дело. Че, я даже никого, ничего улучшить не могу. Фига. Попугай вон как может, оказывается. Сократить себе путь. Вот так вот, друзья мои. Он может себе сократить. Он умер там где-нибудь. Слушай, подожди, а что делает, когда он на нас? Он будет наоборот бомбить по врагам, если мы с собой перекупим. Блин, там повара еще будут какие-то. Он будет луч бомбить во врагов, получается, луч, нам сказали, да? Если мы... Я ведь ничего не путаю. Да, да, друзья мои. Этот луч за меня уже работает. Ну, не за меня, а на меня. Этот луч работает на меня. Ну что же, это прекрасно. Это прекрасно. Это очень хорошо. Вот что такое повар? Рагу из солонины, котлеты из солонины, суп из солонины, все что угодно из солонины и много рома. Кок всегда заботится о простом пирате. Так, здоровье 170, не так много, конечно. Скорость средняя, солонина. Метает кусок мяса товарищу и лечит его. Метает ром товарищу, под ромом враги бегают быстрее, а также ничего не боятся. То есть, им пофиг на страх. Башня, ну ты серьезно, блин, сейчас, ну? Это идиотизм сейчас был. Ну, ребят, по-другому не назвать. Просто идиотизм. Да они задолбали со своими короткими путями вот с этими. Просто на коротыши, ребята, берут. Просто вот так вот, оп, в воду, оп, и уже возле кристалла, блин. Они бы еще вот отсюда выплыли бы, а что нет-то, блин. Теперь, блин, рыцарь еще. Рыцарь с коками, о-о-о. Он же еще понижен, да-да. Ну вы издеваетесь, ну что это такое, ну... Зачем ты так сделал, Рей? Ну зачем ты использовал? Ну блин, ну ты тупарь, а.
Да беги назад, блин. Да, здесь-то я отбился. Два луча, наверное, будет. Я так понимаю, два луча. Зашибись. Смотри. Нормально? Ну я просто в легком шоке, ребят, пребываю. В легком, блин, шоке я пребываю от того, что здесь происходит. Особенно по поводу ныряльщиков. Ну, извините меня, конечно, ребят, но это уже борзость. Ну, по-другому не назвать. Эти пираты вообще не, они бессмертные просто какие-то. Они ничего не боятся, им посрать на все. Нормально? Им просто... Они плевать хотели на то, что тут у меня стоит башня. Им... А, это не в указ. Особенно вот здесь вот. Особенно вот здесь вот. Вот он идет себе спокойненько, друзья мои. Наворовал и бежит себе спокойненько. Все. И на все ему пофиг. Ну как вот тут можно играть? Ну, друзья, ну бред полный. Ну поворот, что хотят, то и воротят. Они стырили у меня, ребята, кристалл. У меня один кристалл остался всего лишь. Один, блин, кристалл. Замызганный, блин. Эта башня, это просто чушь полная, ребят. Вот эта башня, которую они тут сделали, типа. Лабуда. Просто лабуда. Вот здесь вот. Вот здесь они с корабля плывут. Кстати, надо будет потом в следующий раз, если будем переигрывать, нам надо вот этот корабль будет в первую очередь бомбить. Уничтожать. Ну, что-то типа... Вот типа сейчас нас и все, ребят. Давай обратно неси. Какие же проблемы с манной все-таки, ребята? Смотри, 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 смотри. Прибудет. Оп! Гаденыш. У меня манны не хватает. Да потому что я трачу ее на все. Элементарный тебе ответ, блин. Ты трати ману на все. Что есть и чего нету. От огненной мне толку, по-моему, ноль, ребят. Пять пиратов. Жестят, 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 а? Ладно, перебьемся. Склеп молний. Все. Так, будет один амбал. Ага, этот амбал еще и бесстрашным сделает сейчас. Вообще круто.
Ну вообще зашибись. Ну страх ты навешает ему страх-то. Издеваетесь, да? Сейчас вот просто плевок в душу был. Я не знаю, как с этими коками воевать. С этими поварятами, блин. Да все, ребят, тут сфейлился я. Тащит кристалл. Нормально? Ребят, как вам такой расклад? Круче, блин, не придумаешь, блин, называется. Просто... Меня в этой ситуации, меня даже не столько пугает маяк, который там их ускоряет. Хотя это, конечно, тоже не очень хорошо. Меня больше напрягает именно пираты, которые вот здесь вот. И именно из-за них мы потеряли первые кристаллы, которые тут появлялись у нас. Именно так все происходило. А с поварами так это вообще какая-то трешня, ребят. Мне кажется, что уже опять неудачная попытка у меня. Я могу напугать, конечно, и попытаться напугать. Фигня полная. Полная ересь. Ну тут корабли надо. Надо от кораблей, ребята, избавляться. Тут надо от кораблей избавляться. Эти пираты, коки, особенно коки, вот эти вот. Повара, блин. Это отдельная, блин, тема, я бы так сказал бы. Просто отдельная тема. Так, 2 амбала. И подтащил, блин. Замешкался, да? Сейчас, если попугай будет, ребята, будем его... Ладно, так пойдет еще пока. Че, ну корабль не хватает мне, да? Тут всегда выбор, друзья мои. Либо ты тратишься, либо ты не тратишься. Да. Не очень хороший итог.
Ну есть одна страшилка, ребят. Попугай-то у него, блин. И свитков не дают. 2 амбала, блин. Да, серьезно, получилось. Получилось, блин. А дальше коки, ребята, пойдут. А дальше пойдут коки. Вот они, первые повара, блин. Вот, друзья мои. Первый, грубо говоря, фейл, блин. Вот где у нас происходит. Ну, слава богу, пока не произошел. Пока, ребята, подчеркиваю, не произошел. Так, баллисту, наверное. По крайней мере, там... Так они здесь появ... Да вы серьезно, блин? Ёпрсоты... Он же бесстрашный, по-моему, да? Да. Ну нафиг, ребят. Да это невозможно так. Конечно. Берите, забирайте. Мне не жалко. Шлепки вонючие. Один кристалл, последний остался, блин, у меня и... Теперь очень сильно, ребята, меня раздражает башня, которая дает ускорение. Ну, прям не могу, как выбешивает меня. Склеп страха, им пофиг, да, получается? Давайте будем ставить склеп заморозки, блин. Денег нет больше. Денег нет, но вы держитесь. Слушай, ну... Заморозка вот сейчас, ребята, показывает себя очень даже неплохо. Если ты хочешь знать мое мнение. Даже, наверное... Даже, ну, не скажу, что на 100% лучше, чем это, но она замораживает, ребят. То есть, как бы... Замедляет противников.
Очень хорошо замедляет, кстати. Ну да, есть потенциал в этой башне, ребят. Есть какой-то потенциал, в этой башенке, я даже не знаю. Как бы замедляет, очень даже неплохо. Очень неплохо. Да. Вот это, от, этого корабля, если бы мы избавились бы. Если бы, да бы, мешай. Ну, у нас как всегда, ребят. Отстань. И все равно ведь утащил, а? Вот тут тырок. Все равно ведь утащил, а? Недалеко, конечно, утащил, но... Мне-то от этого ни холодно, ни жарко, ребята. Манны-то нету. И кристалл тут у него под боком. Положи ты на место, блин. Хорош, хорош. Так, вот сделаем. А что для этого корабля нужно? Сколько там? 175 маны. Мне с манной беда, блин. Еще лучше этот ускоряющий надо брать. Ну, сейчас в данный момент, ребята, это борьба, которая у меня здесь происходит, это фигня полная. Почему? Ну, потому что один кристалл. Потому что у меня здесь всего один кристалл. Но я его... Я должен его спасти. Так, ребята, ускоряющих лучей нету. Есть лучи только на уничтожение. Огонь почему-то по ворам вообще нифига не наносит, ребят. Вот в чем, блин, проблема-то. Хорош. Ой! Я про ту обезьяну долбанную все время забываю. Ну и что теперь? Все, ребята, кристалл тут под носом у них, блин. Единственное, что если только стырить, пускай тащит обратно. Утащил, блин, обратно. Эй, да. Три барда с поваром. Первый, кто возьмет, понесет обратно. Под страхом, ребята. Давай через воду. Ты видел, как они его хили? Они его отхилюют, 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 отхилюют. Ему плевать на все. Чихать он хотел. Его просто отхиливают, ребят. Так, у меня здесь свиточек есть. Если что, ребята, будем его использовать. Отлично. Так. 175 манны. 175 манны. Так. Храм Инфрит.
И все, пока. Вот зря я, вот зря я сейчас. Ну ладно, хотя тут есть мана, ребят. Может, не зря. Я про заклинание, да, заклинание здесь есть пока. Может получится. Получилось, друзья, получилось. Такс. Я от катапульта вообще, ребят, не увидел никакого толка, если честно. Как она вообще работает, блин? Опять ману все профурыжил, блин. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, еще и эти тут остолопы. Вижу я, как эта катапульта бьет, ребят. Это фигня полная. Так, с одним разобрались. Что-то я не внюхал. Обратно давай беги. Один кристалл. Один кристалл, друзья мои. Все ради одного кристалла, блин, да. Все ради одного кристалла. У нас 24-я миссия. 3 балла. Снижает стоимость улучшения башен нежити. Все башни нежити получают дополнительный 5% шанс временно заморозить врагов. Дает шанс 10%, что враг с сражений... Так, породит ядовитое облако. Все башни орков получают дополнительный 5% шанс нанести двойной урон. Снижает стоимость улучшения демонических башен. Дает дополнительные 10 хп при победе в миссии. Так, падение метеорита оставляет лужу. Башня нежити имеет 5% шанс нанести урон, равный 10% максимального запаса здоровья цели. Не работает на боссов. Давай так попробуем. Че, ребята, глянем, что тут такое у нас. Пиратская бухта. Эти пираты такие жалкие слабаки, отдали свою крупнейшую базу так легко. Что ж, пора смести останки пиратских сил с побережья в море. И тут воды дофига. Ё-моё. Я уже, ребят, я уже предчувствую, что здесь будет. Я уже понимаю, что нам здесь светит. Ничего хорошего, одним словом. А тут-то сфига ли башня ускорения стоит? А, у нас две дорожки. Ёпарасоте. Тут один кристалл, тут два кристалла. Я смотрю сюда только. Щит. Они будут идти отсюда, верно же? И отсюда, и оттуда, и отсюда. Из всех щелей, короче, будут бежать. Как это печально. Как это печально, друзья. Что сейчас будет? Это будет трэш. Давай хотя бы глянем. Башня дотягивается, да, получается, до них. Она прям под боком еще тут стоит. Вот что беся вот, ребят. Прям под носом у нас. А тут-то что? Ну, тут вор. Так, 2 амбала. Ну, естественно, с пиратами. Пираты-то, главное, под носом, ребята. Прям под самым носом у нас находится. Вот в чем проблема-то.
Да. Здравствуйте, еще и этого сюда хламона воткнули. Ну, он хоть не утащил, но мне-то от этого не легче. Почему не показывают, куда они пойдут, блин? Так, сейчас мы этого обратно потащим. Пускай несет обратно. Не потащил он обратно никуда, блин. Один кристалл. Ну, неохота мне его терять, а фиг ли. Фиг ли сделаешь. И башни манны нету, чтобы манну нам здесь увеличить. Приток манны. Нету? Два пирата и кок. И он также через... Нет, не через воду. Хорош. Справились тут, справились. Ладно. Все, ускоряющего луча не будет у них. Барды, блин. Барды, пираты, блин. Вся навозная шушера здесь. Что, утащит, что ли? Уже утащил. У меня есть что-нибудь за черепки, а? Нифига нету, я не накопил себе достаточно черепков, чтобы ими пользоваться. Да я же ману, ну я же наберу. Давай обратно. Ну все, тут проиграл. Это дурачку понятно. Пугаи, блин, всякие, да, дебилы, блин, ползающие. Да. Я в шоке. Я даже могу представить, что будет за последний уровень. В любом случае, друзья мои, вот эти этапы нужно проходить на 3 звезды, чтобы мы получили опыт. Опыт нам нужен для того, чтобы прокачать все навыки. Без них мы не пройдем дальше. Ну что ж, друзья, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.